Решение наземной военной операции в Йемене Саудовская Аравия еще не приняла, заявил посол королевства в США. По его словам, пока идет воздушная кампания. У нас есть планы, и мы его выполняем, сказал дипломат в интервью NBC. Вместе с тем он не исключил, что Эр-Рияд может начать наземную операцию. Саудовские ВВС при поддержке авиации Бахрейна, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов начали в ночь на четверг операцию под кодовым названием «Буря решимости» против мятежников из движения «Ансар-Аллах», которые ставили контроль над значительной частью Йемена. Правительство коалиции присоединились в Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Полную стенограмму записи из черного ящика Airbus A320, который разбился во Франции, опубликовала немецкая газета Bild. По основным материалам, командир экипажа кричит запишемуся в кабине второму пилоту Андреасу Любицу «Открыть дверь», также слышны крики пассажиров на заднем плане и громкие металлические удары по двери кабины. Кроме того, отмечает газета, на записи черного ящика можно услышать дыхание Любицы, который, оставшись один, не произнес ни слова. Катастрофа с самолетом произошла в минувший вторник, погибли 150 человек. Французские исследователи идентифицировали останки Любица. Исследования проводились с помощью ДНК-анализа. 2 месяца под стражей проведет экс-руководитель управления судебного департамента Москвы Вячеслав Лепезин. Басманный суд арестовал его до 24 мая. Информация о задержании бывшего чиновника появилась накануне. СКР уточняет, что экс-глава управления судебного департамента столицы вместе с гендиректором компании «Робикон» проходит по делу о крупном хищении денег. По версии следствия, руководство фирмы представляло в Московское управление судебного департамента Верховного суда подложное постановление о уплате труда переводчика. В результате в прошлом году из бюджета украли более 300 миллионов рублей. Борис Местрович, которого уволили с поста директора Новосибирского театра оперы, не собирается обжаловать это решение и пока не знает, чем будет заниматься дальше. Об этом сообщил ТАСС. Местный, что руководители театра отправили в отставку после скандала вокруг постановки «Тангейзер». Новым директором стал директор Михайловского театра Петербурга Владимир Кехман. Снегопад, веселье, сильный ветер ожидаются будущей ночью в столичном регионе. По данным Росгидромета, может выпасть до 2 сантиметров снега. Предварительным прогнозом всю предстоящую неделю погода будет сырой и прохладной. Конец марта станет снежным, дождливым. Только в понедельник и вторник может выпасть до 14 мм осадков, что составляет до 20% месячной нормы. Порывы ветра при этом будут достигать 18 метров в секунду. Автопробег против антироссийских санкций состоялся в болгарском Бургасе. В акции участвовали около 300 человек, в том числе туроператоры, владельцы гостиниц и ресторанов. По их словам, экономические ограничения.